Будущим защитникам Родины вручили приписные свидетельства. Участие в мероприятии принимали парни 2004 года рождения. Светлана Фарина расскажет подробнее. В школе номер 10 города Караганды состоялось торжественное вручение приписных свидетельств будущим защитникам Родины, учащимся старших классов. Мероприятие стало символом передачи младшему поколению патриотизма и чувства долга защиты страны, выражением надежды, что школьники да призывники будут надежными защитниками Отечества. Данному мероприятию способствовала кропотливая работа по сбору документов. Наши юноши проходили военно-медицинскую комиссию. Результатом данного большого труда стало вручение документа, свидетельствующего о зрелости молодого человека и способностью защищать свою родину. Поздравляю наших призывников и их родителей с данным событием. Приписное свидетельство является документом призывника, доказательством того, что он состоит на воинском учете. Приписка проводится для принятия молодежи на воинский учет, определения их количества, степени годности к воинской службе будущих защитников Отечества. Это очень волнительно, потому что, ну, если учесть, что такое бывает раз в жизни, и так совпало, что в этом году Казахстану исполняется 30 лет независимости. Хочется сказать спасибо нашему военруку Радику Нурлияновичу за то, что он предложил провести такое мероприятие. Отдельно хочется выразить благодарность начальнику отдела обороны имени района Казыбек-Би, Буксману Дмитрию Александровичу, за то, что он лично приехал, чтобы вручить нам удостоверение от всех наших призывников. Я хочу выразить благодарность. Светлана Фарина, Серик Тагаев, Николай Шевелев, 5 канал.